Село Альди когда-то было довольно крупным населенным пунктом. Как и полагается, в центре стоял храм. К сожалению, неизвестно, в честь какого святого он был возведен, но есть предположение, что в честь Михаила Архангела, так как сама Альдия была отнесена к приходу Вановского благочинного округа – храма Михаила Архангела. Год постройки, опять-таки, предположительно, накануне революции. Обычно такие деревянные теплые небольшие церквушки строили небогатые крестьяне, чтобы не ходить на службу в соседние села. После революции храм был закрыт. К сожалению, до восстановительных работ не дошло. В таком виде Божий дом сохранился и до наших времен.